Привет всем, уважаемые подписчики, ну и, конечно же, привет всем зрителям моего канала, с вами Димка. Я продолжаю прохождение игры Кредо Ассасина и Единство. Желаю всем приятного просмотра. Эй, вы! Послушайте, кто-нибудь! Дарно, а в ответ тишина. Давайте, друзья, с сокамерниками пообщаемся. Что ж, располагайся. Ну что ж, спасибо. Боже, вы звери! Кровь! Кровь! Столько крови! Ну этот, по-моему, уже вообще все. Дурочка плачет по нему. Вот, по-моему, самый нормальный из них. На что уставился, щенок? Но, правда, грубиян. Ладно, не хотят общаться, но да, надо прилечь. Утро вечером мудренее. Ты где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ну, забирай. Если сможешь. Что ж, сам напросился. А то вон как законубило. Повезло тебе, щенок. Считай, как хочешь. А защищаться ты умеешь? Конечно. Так убиваться за какое-то старье. Конечно, кому как не тебе разбираться в старье. А ну повтори. Я уже все сказал, старик. Давай сбейся его здесь. Сильней. Сила. Отдай мои часы. И рисуй себе дальше, старый пик. Рисуй? Тут, там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну, вглядись. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля. Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й, кажется, в декабре, без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином.
Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? М? Итак, друзья, у Арно появился наставник 2 месяца спустя. Еще раз. Эй, не спи, щенок. Что там творится? Народ бунтует. Гляди в оба, возможно, нам удастся сбежать. В сторону. Да, на пушки улице палят. Неспокойно. Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускать! Не отставай. Что ж, с удовольствием. Эй, вы живо лицом к стене. По какому праву? Говорил же, не к добру это. Тихо! Стоять! Эй, вы живо лицом к стене. Стоять! Это цацки уже повеселее будут. Задержи-ка их, щенок! Хоть один заденет, я с тебя 7 штук. Не уйдешь, покойник! Ну, так быстрее! Ах, ё-моё! Нет, давайте все вместе! Я тебя учил! Нет, нет, не торопись, я подожду! Конечно, спешить-то некуда! Ах, еле-еле душа в теле. Быть того не может. Есть! За мной, щенок! А никак... В окно! Живо! Проклятый! Быстро! Пока они заняты толпой! Быстрее, пока перезаряжают. Распотрошили. Куда теперь? Вверх. Отлично. А вниз потом как? Лезь уже.
Ладно, живи. И чего ты застрял, щенок? Пора вниз. Что? Совсем из ума в тюрьме вышел, старик? Нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно! Невозможно! Это вызов любому ассасину! Когда поджилки не будут трястись, приходи! Пригодишься. Прощай, щенок! Ты, отойди от края! Черт! О, старый, подожди, я с тобой! Элиза? Холодный прием. Нужно быть начеку. Особенно сейчас. Элиза, я... Вот как ты отплатил отцу за доброту. Элиза, прошу. Я не убивал месье де ла Сера. Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой? Наверное, это судьба. Ты ассасин. Я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де ла Сер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому. Даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал. И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу. Что это такое, черт побери? Париж. Теперь Париж открыт для вас. Вы можете свободно исследовать город или начать следующее задание в режиме одиночной игры. Да, друзья, и вот
Арно в Париже. Так, ну сколько здесь? 350, замечательно. Так, и у нас появилось задание. Ладно, сундуки потом попроверяем все. Видимо, написать адрес слишком просто. Ну, давайте, друзья, исследуем здесь. Так, ладно, не хочет там слазить. И что мне делать с этим медальоном? Так, ну сейчас мы это выясним, Арно. Молодец, а говорил, что не знал, что тебе делать с медальоном. Так, а медальон будешь забирать? Какой-то звук такой нехороший. Долго ты шел, щенок. Что это за место? Святилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут.
Мы же только что сбежали из Клоаки. Но это, друзья, будет уже в следующей части. Через эти тоннели можно незаметно пробраться.